Тем более тут Рини, по-моему, ее никто не берет. Ну, она стрёмненькая. Ну, ты катайся, может, на паладинах. Не, просто я... Я бы чешку взял, но... Нет. Да? Ну, нету, да. Ты про чешку, которую ты дашь мне? А чё, куда три тела делись? Чё, всё? Или что? Замена же была. Я на замене, только да, я вот не я могу плюсануть. Я говорю, что потестить на паладина. Да, на шамана стрёмная. Да, она и на рестер друида стрёмная. Кирс дал еще ассист. Здесь есть ВД, это даже немного. Бежим к рыбе. А, Мосса, скажем так, она не то чтобы стрёмная, но есть три не лучше. Кого не хватает-то? Что так неожиданно меньше народ стало? Я вот хуй его знает. Многие релогались, многие АФК, поэтому и не хватает. А что-то я не помню, что был перерыв. Или говорили, что после его как-то... Ну, а что-то сказали, что перерыв. Я сейчас прибегу и... А кто сказал, что перерыв? Я только что сказала, я прибегу, я отойду, можно? Вообще-то я про перерыв ни слова не говорил. Что за дезинформация? Ладно, знаешь, кто-то с похожим голосом не сказал. Рыбу не знаю, как у ребят, но я прибежала, сейчас я уже в инсте. Разгильдяйство и безответственность. Нет, я пойду за пирожками. А, смотри, на Микадзе надо голову Т5, Телумор это штаны Т5. И Пегастры, соответственно, тоже до конца рейда оставь. Это вот минимум, что я помню. Смотри, Айзек был в ЗС, точнее, ну, на замене там был, но внутри ЗС он не был. ЕП с него за ЗС все поснимаешь, но он может сходить в рейд помочь. Мелбрил как раз придет, похилит вас. Ах, не, Айзек, иди слакай дальше. Возьмите, Ама спросился на тренинге, возьмите. Он варом не был, он хантом ходил. Сейчас я
Давью почему пропал? Тулимор где? На коника. Так, остальные, кто не в инсте, просто афакаш. Как-то меня это заколебало, так что выясняйте, писали, не писали, начисляйте. Единственный, кто предупредил про ФК, это был Элберт, он ушел собаку выгулять. О, начинаешь. Ничего, ни слова не говорили. Сережа. Что? Замени меня, пожалуйста, на фоне, там такое время пароля. Меня сумонить не надо, я с вами не иду. Этот самый, кто там? Коника, на кого ты хотел? На Люркера он хотел. Ну так заходи быстрее, нахуй Люркера рубай. Быстрее, в офисе. Так, ладно, я, может, успею до конца рейда вернуться, не знаю. Забудь, главное, вот tell you more, что она и Намикадзе голова. Бага, ты промоута дай мне тоже, у меня байер есть. Войт, Рэл, с ним все решайте, все, а, я Войт, уехал. Понял. Санте, кстати, да, перчатки из рейда забирает. Короче, меня это заебало, это хуйня, блядь. Вы дрочитесь, блядь, как будто. Да никто не дрочится, все тут, кроме Телла и Мора, и сейчас коняка зайдет. Он зашел, плюсует. Не могу пригласить члена другой группы. Не похуй, примет он сейчас сумму или нет, это так Акинари присуманивается, бля. Все, он здесь стало мост. И Акинари сейчас тут все тут. Сразу увидите рыбалку, давайте никого. Рыбу ставили, да? Нет. По танкам все. Давай я в танке подъеду. Нет, ДД будет. Этот ДД нихуя не хуярит. Хорошо, Розарио. Ловите рыбу.
Слава, я сейчас уйду, другой человек зайдет. Усилки поменяю. Присумой. Чуть попозже буду уже. Он забыл, он знает. Он как-то на дискорде слышит. Ухо на танка не надо, никому. Поиск скрит, метка стекает. Чисто поржать можешь мне скрит. Ну и последняя наруч. РПшка там надо. Ничего из прошмотов. Как бы это, одноручку на танк можешь мне кинуть. Там надо. На ручку никто не взял? Нет. Дай мне попробую потом пробраться с ручкой. Парни. Рэнч. Да. Рэнч набирайте. А там только один моб большой. Трэша мелкого нет пока? Нет. Набирайте рэнч. И то уже почти сдох. 20%. Болезнь возле категории, увидьте эту хуету и наберите рейндж. Это первый. Телмар. Эскандер. О, исчезла болезнь. Алло, и чё, в рейд присутит или чё? Да, в рейд. Корневать мобов, которые хер знают где плохая идея.
Там вар на ГП напрашивает. Бля, вот с этими новыми добавлениями я вообще нихуя не вижу, что происходит. Когда вот эта шаманская хуйня начинает ебаться, да. Ты на лече был, когда вообще никто ничего не видел? Здорово. Это еще цветочки. Дышим типа. Двое. Рейндж. И откуда эти чудо? Войт? Да. Ты за что сотку дал? АФК. А? АФК. Какой нахуй АФК? Две проверки готовности. Там сдохли хилы просто. Ты хочешь сказать, что я перед боссом АФК шел? Да, когда сумонили. Ты не охуел ли? Не понял, еще раз спроси. Еще раз спрашиваю, ты не охуел ли? Что-то не слышно. Что-то с микрофоном у тебя. Бля, не убейтесь там, осторожно, ренжа. А второй что, тоже противный или что? Да, они одинаковые. Вопрос, откуда они? Кто там сзади остался, АФК и Сагрел входящий? Так они из стены, по-моему, вышли. Но сзади остались АФК и они сагрелись. Скажите, как этот болезненный умрет. Сумон дайте. Сначала у нас тут загвоздка мальца. Достаю слишком далеко. Вот, а кто у нас в натуре хилы? У нас, блядь, два человека только хилят. Ну а Кинарио он ушел на рогу. Смотри, вот Сумоните. Розария ушел. Потом все хилы сдохли. Торт стоит где-то сзади. А когда ты РЧ проводил, все были готовы, да? Ты про босса? Ну, вообще. Ну, на боссе, да. Последний РЧ. Последний на боссе. Только что. ГП. Вага был в курсе, и я по поводу этого еще буду разговаривать. С какого хуя ты вообще начисляешь? Вага мне про Талимора только написал.
если Вага в курсе, он скажет. По поводу того, что я ревнул, я ему сейчас объясню. А тебе что, уходить надо? Почему? Тебя ебать это уже. Потом... Еще можно 260. Просто сейчас убивайте секунд 20. Фига, Мозер уже 4-5 бегает, хорош. А чё у тебя мозг какой старостек, сова? О, коты топ, вон, монород топ один. Но дерево лучше кота мозга. Чё там Элберов? Справа налево, куда под налево смотреть? Все за коваром. Вам помочь подиспалить? Угу. Ну, у меня просто декоратив стоит, и я по нему вижу, что многие с красными. Сейчас у тебя скину. Скал, я тебе проще скрин скину, чтобы ты понял. Вот и как ты потанчик пару. Вайп в дисе. Плодилка. Вот эти вот маленькие квадратики, это дико. Да. Ну один хер как бы фрейм, а только там ни ника, ничего. Ну для этого у меня грид стоит. Войт, ты чё Редвара кикнул в гильдию? Смотри. Смотри, что ты 5% кикнул в гильдию? 5% крита.
если люди плакать не будут, то теперь можно спокойно.